Хотелось бы узнать, сегодня у нас в комнате есть новички? Если есть новички, поставьте, пожалуйста, единички. Так, ребят. Все, спасибо. Значит, есть новички, очень приятно. Тогда будем знакомиться. Сегодня 31 октября 2015 года в веб-комнате Golden Time Corporation проходит вебинар о нашей компании. С вами спикер, первый международный топ-лидер компании, председатель лидерского совета Абдрахманова Кулян Джумашевна. Будем знакомы. Почему так официально, объясню. Потому что у нас несколько лидеров именно с этим именем. Поэтому, чтобы в головном офисе наши партнеры не путались, я не просто Кулян, а я Кулян Джумашевна. Вот. Нашим гостям, новичкам, добро пожаловать на нашу презентацию. И начнем. Вы сегодня видите слайды. Это слайды нашего лидера из города Караганды. Сейчас он работает в городе Кызылорде, Абзала Кушкенова. То есть я тот человек, который готовит наших партнеров в лидеры. Людей, которые пришли, и для тех, кто, для кого Golden Time Corporation первая компания, в которой они начали работать в этой сфере бизнеса. Golden Time Corporation, казахстанская компания, зарегистрирована в городе Алматы 19 мая 2012 года как товарищество с ограниченной ответственностью. Мы имеем свое свидетельство и свидетельство налогоплательщика. Это подтверждает нашу законную и легальную деятельность. За 9 месяцев нашего 2015 года нами уплачено более 121 миллиона тенге подоходного налога в бюджет государства. Президентом, основателем нашей компании является дорогая, уважаемая, всеми нами любимая Жумагулова Жанат Мауситовна. Это человек, который нам всем подарил готовый бизнес под ключ. То есть была цель у Жанат Мауситовны создать готовый бизнес под ключ каждому простому человеку. И я думаю, она успешно эту свою поставленную задачу выполняет. У компании три вида деятельности. Первый вид деятельности – туризм. Мы зарегистрированы в едином реестре турагентов Казахстана. Вот буквально скоро мы уже на руки получаем наше туроператорство GTime Travel Казахстан. Каждый человек, который становится партнером нашей компании, имеет 15% скидку на покупку любого тура в любую точку мира. Также наши партнеры имеют до 15% скидки на покупку авиа и железнодорожных билетов. Заказывайте через нашего туроператора. На главном сайте есть их контактные телефоны, контактная информация по туризму. Также компания является акционером завода первого на постсоветском пространстве завода по выпуску шунгитовой продукции «Шунгит Шугла». Завод построен на территории Алматинской области, недалеко от города Алматы, в Илийском районе, в поселке Кассык. И третий вид деятельности. У нас дистрибьюторство по часам. Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами 5-часовых заводов. Давайте остановимся на каждом виде деятельности.
Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами по Казахстану, Средней Азии и Азербайджану белорусского Минского часового завода «Луч». Также мы являемся дистрибьюторами российского углического часового завода «Михаил Москвин». Также мы являемся собственниками, мы имеем свои брендовые часы G-Time. G-Time – это позолоченные часы 4,5 микрона золота. Японский механизм Миота. Сборка происходит в свободной экономической зоне в Эмиратах. И работаем мы с двумя элитными заводами, которые торгуют своими часами только на европейской части мира. Это первый швейцарский элитный завод «Атлантик». «Атлантику» больше века. 1 июня 2015 года исполнилось 127 лет. То есть завод работает с 1888 года. Часы здесь позолоченные, белое, красное, желтое, золото. 23,5 микрона золота, либо от 2 до 6, 23,5 каратов золота, либо от 2 до 6 микронов золота. «Атлантик» говорит сам за себя, то есть это повышенный процент водонепроницаемости. До 60 атмосфер часы наши выдерживают глубину под водой. Сборка здесь ручная, сапфировое либо минеральное стекло, кожаный либо металлический браслет. Вот. Они противоударные. Наши партнеры носят только оригинал, покупают для себя оригинал часов. Также мы работаем с австрийским часовым заводом «Жак Леман». «Жак Леман» не продается на постсоветском пространстве, не продается на азиатском регионе. Это часы непосредственно европейские. Здесь идет поточная сборка часов. Также от 2 до 6 микронов золота. Но преимущество «Жак Лемана» в том, что лицом «Жак Лемана» является всемирно известная голливудская звезда Кевин Костнер. У нас есть коллекция часов Костнер. Также «Жак Леман» является официальным партнером всемирно известной спортивной лиги УЕФА. На всех крупных мероприятиях, где будет выставляться билборд «Жак Лемана», рядом будет наш Golden Time Corporation. Также имеется огромная коллекция с эмблемой спортивной лиги УЕФА. Перейдем к следующему слайду. Наша Жанат Мамситовна поддерживает казахстанского производителя. При Казахском институте питания есть производственное предприятие «Экофуд», которое выпускает из экологически чистого продукта, из экологически чистых зерен каши «Будь здоров». Это каши по группам крови. Также два вида толокна. Для казахи, мусульмане поймут, это толкан. То есть два вида толкана толокна и четыре пачки каши «Будь здоров» по группам крови. Перейду пока к нашей шунгитовой продукции, ребят. Шунгитовая продукция очень прекрасная. Сейчас перейду, извиняюсь, на слайде, где именно о нашей шунгитовой продукции. До того, как запустился наш шунгитовый завод, вся продукция разрабатывалась. При Казахском государственном университете есть лаборатория академика Наурызбаева, в которой работают ученые под руководством профессора Ефремова. До того, как построили наш завод, работали цеха. Шунгит – это природный минерал, который защищает наш организм от вредного воздействия окружающей среды. Во всем мире этому минералу более 2 миллионов лет. Добывается он в России, в Карелии и у нас в Казахстане на Востоке. В цехах первым экспериментальным продуктом был шунгитовый фильтр для воды.
Вода, пропущенная через наш шунгитовый фильтр, приравнивана к минеральным водам санатория Трускавец. Когда мы начинаем употреблять нашу шунгитовую воду, вначале идет очищение организма, а потом при неоднократном употреблении питье этой воды организм наш насыщается необходимыми для нас полимикро-макроэлементами и нужными витаминами. Вторым экспериментальным продуктом была шунгитовая пирамидка. Шунгитовая пирамидка защищает наш организм от вредного воздействия электромагнитного излучения. То есть это наши телефоны, ноутбуки, компьютеры, кондиционеры, холодильники, микроволновки. Все то, что нас в повседневной жизни окружает и связано с электричеством. В купе, когда мы пьем нашу воду и при себе имеем пластиночку, выравнивается энергетический баланс человека. Эти все доказательства сделаны нашими партнерами. Также был выпуск шунгитовой пирамидки, это был третий продукт, но наши партнеры вначале не поняли, и на какое-то время это было прекращено. На данный момент на складе этих трех видов продукции нету, так как запуском нашего завода «Шунгит Шугула» 3 июля, с 3 июля 2015 года запустился наш завод. И сейчас работает линия по выпуску нашей большой косметической продукции. Как только сейчас наладится выпуск косметической продукции, чуть позже на заводе настроится линия наша вторая, которая будет выпускать нам уже эту продукцию. На нашем шунгитовом заводе есть ИП G-Time, которое выпускает экологическое чистое мыло без добавок химической и нефтехимической продукции. То есть это настолько чистый продукт. Панацея от всего. То есть два вида мыла у нас. Первое мыло косметическое, называется оно Paradise. Второе туалетное, называется оно G-Time. Расскажу, ребята, вам про наше мыло Paradise. Оно, наши партнеры испытали на себе это мыло вот с головы до ног. То есть укрепляет волосы, убирает раннюю седину, очищает кожу от всяких пигментаций, от всяких высыпаний, зуда, аллергии. Сейчас оно, в нашем алматинском кожвендиспансере есть пациенты, которые лечатся, давно болеют псориазом. И наши партнеры на себе уже, скоро вы увидите отзывы, готовим уже на отзывы наших партнеров о том, что вылечили экзему. 5-6 помывок лечится экзема. Но врачи начали нашим мылом купать людей, применять на людях с псориазом. То есть это очень тяжелый вид заболевания кожи, поэтому на данный момент наше мыло Paradise лечит даже псориаз. Детей можно купать с рождения. В коробочке, в упаковке одной 4 кусочка мыла. Одно антиаллергенное, одно с мужским ароматом и два с женским. Вот этим антиаллергенным можно купать наших детишек с рождения. Оно защитит кожу наших детей от всяких высыпаний, всяких покраснений. А самое главное, оно даже лечит вот большие высыпания от диатеза. Также нашим антиаллергенным мылом можно чуть-чуть подлечить глаза. Так как мы все, Golden Time Corporation, работа здесь, это в основном интернет-бизнес, и мы очень долго все сидим за компьютерами, помыли, намылили глаза, мыло очень хорошо пенится, намылили глаза, сделали закрытыми глазами круговые движения несколько раз, чуть-чуть подержали минуты 2-3, еще раз намылили и смыли.
Если вы вечером умоетесь этим мылом, на завтра вы почувствуете, нету рези, нету покраснения, и вы откажетесь, я думаю, если у вас нету там серьезных заболеваний глаз, то значит вы откажетесь от капелек для глаз. То есть оно помогает и глазам. Женщинам оно лечит многие женские проблемы, которые невозможно вылечить медикаментозно. И на сегодняшний день большое количество, ну, мужского населения, не знаю, как у женщин, но знаю, что у мужчин есть проблемы с запахом ног. Намылили, помыли ноги, намылили, подержали минут 15-20, смыли, обсушили, намазали противоугревым кремом, и ваши ножки будут как у младенца. То есть вот такое вот качество нашего мыла. Также у нас запущена косметическая линия, большая будет. И началом этой косметической линии на заводе стала наш противоугревой крем. Он матовая белая крышка. Омолаживающий крем – это золотистая крышка. И увлажняющий крем – это серебристая крышка. Наши крема – это живой организм. На данный момент технологи сейчас адаптируют их к транспортировке. Когда вы получите свой крем, дайте ему чуть-чуть постоять после транспортировки. Пусть постоит минут 15-20, и только потом открывайте. Когда пользоваться кремом надо от 3 до 4 месяцев после вскрытия баночки. Когда вы попользовались, закрывайте баночку, пожалуйста, очень крепко. Не оставляйте открытой, потому что от попадания воздуха начинается процесс. То есть наши крема – это живой организм. Хорошо понимаете? Когда только начнете их уже применять на себе, пожалуйста, не переживайте. У вас начнется движение крема с соприкосновением с вашей кожей. Может быть, у кого-то покраснение. Это ничего страшного. Минут 15-20, через 15-20 минут излишки крема снимите салфеточкой, и будет все прекрасно. Буквально многие партнеры в нашем головном офисе делают друг другу комплименты. Те, которые уже 3 месяца пользуются кремом, уже прям, ну, значительно видны изменения на лице. Самое главное, наш противоугревой крем – это такая прекрасная вещь в быту. То есть порезали пальчик, помыли мылом, намазали кремом. У нас есть женщина, которая вылечила кремом, шунгитовым омолаживающим кремом, вылечила ожоги от уксуса в течение 20 дней. Если бы же она начала употреблять, именно мазать противоугревой, я думаю, в течение 3-5 дней бы она вылечилась. То есть были ожоги с волдырями. Я ее сфотографировала. Сейчас обработаем, соберем коллекцию отзывов, и это будет уже на YouTube. Готовится такое. Не успеваем, ребят. С одной стороны регистрация, с другой стороны презентации для новичков. С третьей стороны компания только закладывает фундамент, и поэтому очень много работы. Хочется везде все успеть, и обучающие курсы. Поэтому где-то что-то не успеваем. Если что, не нервничайте, не сердитесь, наберитесь терпения. Мы в стадии развития. Компания в стадии развития, строится, закладывается фундамент огроменного дома под названием Golden Time Corporation, в котором мы сегодня уже находимся, а новичкам добро пожаловать. Вот такая вот наша прекрасная продукция. Почитайте, если вам нужны будут какая-то дополнительная информация, выходите на своих вышестоящих спонсоров, и они обязательно вам дадут. Сейчас готовим маленькие брошюрочки уже с отзывами будут именно наших партнеров. Да, ученые сказали, это прекрасно. Да, технологи говорят, это вот так. Но когда мы уже применяем именно на себе, когда видим результаты, это уже очень значительно имеет эффект, понимаете? Вот. Также противоугревой крем лечит угри. Жанна Маусит не просто так выпустила первым этот крем, так как большое количество нашего молодого поколения имеет угревую сыпь, высыпание в переходный возраст, чтобы вот она сама врач по образованию, поэтому это было сделано именно с этой целью.
Если вы там прижали пальчик, поцарапались, порезались, помажьте, обработайте, пожалуйста, вот мылом, помойте мылом GTM, либо парадайзом, лучше парадайзом антиаллергеном, и намажьте противоугревым кремом. На себе попробуйте. Все наши партнеры практически уже имеют какой-то вид из нашей продукции. Также уходят наши лучики счастья, то есть наши мелкие морщинки тоже подтягиваются. Выравнивается тон кожи. В общем, наша шунгитовая продукция – это очень прекрасная крема. То есть и срок действия у них не длительный – 3-4 месяца после вскрытия. Побалуйте себя, родных, вот таким нашим продуктом. Готовится сейчас скраб-маска, потом будет крем для бритья для мужчин, зубная паста G-Time и крем вокруг глаз. Дальше что еще будут готовиться там гели, это все в процессе работы. Но вот сейчас, я думаю, скраб и маска скоро-скоро тоже появится на нашем складе. Где-то что-то на наших коробочках есть штрих-код, сделано в Казахстане. И на мыле, и мыло handmade, ручная работа тоже написана, а на коробочках кремов есть с обратной стороны, сделано в Казахстане штрих-код, поэтому вам не нужно будет иметь каких-либо сертификатов. То есть в магазинах же мы, когда покупаем крема, мы не просим сертификат. Точно так же мы прошли полностью уже государственную все лабораторно все исследования, и нам был выдан этот штрих-код. Поэтому смело можно пользоваться. Вот, это по нашей продукции G-Time. Во всех программах на сегодняшний день мы можем получить эту продукцию. Так, по часам я вам сказала. Теперь просто, ребят, я обратно перейду к абзаловским презентация в зала. Мне так проще. И перейдем. У наших новичков, наверное, возникло все о продукции, все о видах деятельности. А зачем же мы сюда пришли? То есть мы сюда все пришли, ребят, честно, я сама пришла сюда не за товаром. Все мы пришли в Golden Time Corporation за деньгами, заработать деньги. То есть это прекрасная возможность изменить себе жизнь. И эту возможность нам дала Жанат Маусейтовна. Маркетологи нашей компании разработали для нас партнерские программы. Сразу скажу, вы все знаете, что Япония одна из высокоразвитых стран мира. Поэтому за основу ведения нашего бизнеса взята японская система ведения бизнеса. Поэтому не бойтесь, ребята, не думайте. Да, мы торгово-производственное предприятие, которое работает по вот такой системе маркетинга. Потому что именно это инновационный подход, инновационная оплата труда. Вы должны вот это вот понять. Маркетологи нашей компании разработали нам 5 программ, но в 4 мы имеем право купить себе бизнес-место, купить себе товар и зарегистрировать свое бизнес-место. В автопрограмме у нас появляется только право участия после прохождения VIP-программы. Хочу сразу сказать, в стартовой программе мы покупаем за 5000 тенге 2 вида мыла, либо Paradise, либо G-Time, на ваш выбор. В накопительной программе у нас часы Луч, часы Михаил Москвин, каши Будь здоров и 2 крема на выбор. Один противогревой, а вторая упаковочка вы выбираете себе уже сами. Либо увлажняющий, либо омолаживающий. И если не хотите ни то, ни то, ни то, вы можете взять на всю сумму мыла, вам посчитают и скажут, сколько
упаковок мыла вы можете взять в накопительной программе. В основной программе это наши собственные часы G-Time, наш бренд, плюс часы у Михаила Москвина тоже есть коллекция Prestige, очень симпатичные часы. И в основном это наша шунгитовая продукция. То есть фильтр для воды, когда будет, пирамидки, пластинки. И вся наша большая коллекция шунгитовых кремов, мыла, шунгитовой продукции. В VIP-программе также мы можем приобрести себе шунгитовую продукцию на выбор, либо часы швейцарский Атлантик, либо австрийский Жак Лиман. Вот это вот программа. Теперь перейдем именно к работе. Как же нам работать и как же нам заработать в Golden Time Corporation? Первая программа стартовая. Мы покупаем за 5000 себе упаковку мыла. Покупая мыло, мы получаем на руки электронный ключ к регистрации своего бизнес-места в компанию, называется ПИН-код. Регистрируем, то есть это одна 15-местная лестница, 7 мест заняты нашими партнерами, которые пришли до нас. Первый нижний уровень, 8 мест свободны. Вы приобретаете мыло, покупаете себе мыло, приобретаете на руки, получаете ПИН-код и регистрируетесь на первом уровне в любое свободное место. Как только заполнится первый уровень, все 8 мест, человек с пика, то есть буква А, он получает результат 25 тысяч тенге. Минус 10% подоходного налога, 2500 тенге. На руки мы получаем 22500. 22500 на руки вы можете просто уйти. Вы можете снова и снова здесь зарабатывать такие деньги. Лестницы наши делятся. Не бойтесь, не переживайте. У нас регистрация очень простая. Если вы правильно будете расставлять своих людей, при правильной ручной расстановке вы получите всех своих партнеров в свою лестницу. Следующая программа у нас накопительная. Но накопительная говорит сама за себя. Стартовая тоже сказала, стартанули, создали себе там командочку маленькую и пошли в накопительную программу для того, чтобы прийти в Golden Time Corporation к большому результату. Накопительная программа, в программе за 15 тысяч тенге мы покупаем себе на выбор продукцию, которую я только что озвучивала. Это две семиместные лестницы. Получив пин-код на руки, мы регистрируем в первой накопительной стартовой лестнице на нижний первый уровень. Как только заполнится три места первого нижнего уровня, мы получаем первую прекрасную возможность, уникальность нашего маркетинга. Это подарочное бесплатное место. Человек с пик получает себе подарочное бесплатное место. Это называется в простонародье, а так оно называется реинвест. То есть заново за нашу активность компания нам дает реинвест место. На реинвест место мы не получаем товар, но получаем возможность бесконечно при нашей активности снова и снова работать и зарабатывать деньги. Как только мы получили реинвест место, лестница делится пополам, и человек с пика переходит во вторую накопительную плюс лестницу финишную в одно из свободных мест, 4 мест первого уровня. Первые лестницы стартовые, это где мы делаем квалификацию. На слайде вы видите, это звездочки. Квалификация 2, это значит, выполнение условий нашего маркетинга. Как только вы перейдете в накопительную плюс, финишная, и в основной программе финишная, в VIP-программе это лидерская, это те лестницы, где мы идем уже к нашим вознаграждениям, денежным выплатам.
Как только заполняется первый нижний уровень накопительной плюс программы, человек с пика, вот Ирина, может быть, это Игорь, выходит на результат 140 тысяч тенге. 12 октября у нас произошли изменения в ценовой политике. Если раньше мы 100 тысяч забирали на руки и 40 отправляли в основную программу только, то теперь у нас есть два варианта. Первый вариант. Мы за 80 тысяч тенге забираем на руки, на 60 тысяч тенге мы получаем на выбор товар. И крутимся только в накопительной программе. То есть работаем снова и снова, выходим на результат 140 тысяч тенге. Второй же вариант. Мы на 40 тысяч минус 10% мы получаем на руки 36 тысяч. И на 100 тысяч мы получаем пин-код. То есть мы приобретаем себе продукцию основной программы. Наши часы G-Time, либо Михаил Москвин, либо Шунгитовую продукцию. Получаем пин-код и регистрируемся в основной программе. В основной программе также у нас две лестницы. Вот здесь Абзал уже, оказывается, указал. То есть 80 на руки, то, что я сейчас озвучивала, первый вариант, минус 10%. И 60 – это шунгитовая продукция. И второй вариант. 40 тысяч тенге минус 10% на руки. Плюс на 100 тысяч мы получаем, покупаем себе продукцию и пин-код регистрации в основной программе. Здесь я не буду останавливаться. Это для особо активных. Если вам нужно будет, вы подойдете, обратитесь к своему вышестоящему информационному наставнику, и он объяснит вам метод прыжка. Это вторая уникальность нашего маркетинга. Вкратце просто скажу, если вы активны и сразу пришли сами, пригласили два человека, значит, вы методом прыжка тут же уходите на пик, минуя плечи. Это вторая уникальность нашего маркетинга. И третья уникальность прекрасная – нет привязки к спонсору. То есть, если вы активны, вы на любом этапе возьмете и обгоните своего спонсора, вышестоящего наставника. Я же перейду к основной программе. Основная программа также состоит из двух лестниц. Первая стартовая лестница, она 15-местная. После того, как вы получили 36 тысяч на руки и на 100 тысяч выбрали продукцию и получили пин для регистрации своего бизнес-места в основной программе, зарегистрировали на первый нижний уровень в одно из свободных мест. Как только заполняется первый нижний уровень, все 8 мест, человек с пика автоматически переходит в финишную лестницу. Это раз. Два. Получает на руки 90 тысяч тенге. То есть 100 тысяч минус 10% – 90 тысяч тенге. И третье, мы получаем пин-код для регистрации своего бизнес-места в VIP-программе. То есть мы покупаем себе часы швейцарские, либо часы австрийские Жаклиман, либо мы выбираем шунгитовую продукцию. Вторая лестница финишная, как только заполняется нижняя четверка первого уровня, все четыре места, человек с пика выходит на результат 800 тысяч тенге. Минус 10% – это 720 тысяч. Минус 20% – офисный сбор. И 10% – это лидерский сбор. 30 тысяч минусуется, и на руки мы получаем 690 тысяч тенге. Для партнеров и гостей, которые сегодня здесь находятся, пожалуйста, я озвучиваю только в наших тенге, потому что мы работаем в казахстанской валюте тенге. Вы же можете просчитывать это на действующий курс на тот день, когда вы проплатились
для покупки товара в компанию, либо когда вы вышли на результат и ждете свое вознаграждение. Ваш курс, то есть эту сумму вы будете делить на курс тенге по коммерческому курсу. Теперь перейдем к самому большому и прекрасному, прекрасной программе. Это VIP-программа. Многие наши партнеры ее очень любят. VIP-программа – это две стартовые, две семиместные лестницы. Первая стартовая, она синего цвета. Нижний первый уровень занят. Также есть метод прыжка. Как только заполняется первый нижний уровень, человек с пика автоматически переходит во вторую лидерскую лестницу. И при переходе он получает, выходит на результат 200 тысяч тенге и на руки получает 180. Как только заполняется нижний первый уровень лидерской программы, мы выходим на результат 3 миллиона тенге. Минус 10% это 2 миллиона 700 тысяч тенге. Из этой суммы будет автоматически удержано 50 тысяч. 20 тысяч это офисные и 30 тысяч это лидерский сбор. На руки мы получаем 2 миллиона 650 тысяч. То есть это около 10 тысяч долларов. Если прибавить вот эту сумму с 180 и изначально собрать все суммы, то тогда получается мы имеем около 12 тысяч долларов в долларовом эквиваленте. После прохождения VIP-программы у нас появляется право участия в автопрограмме. Автопрограмма – это одна семиместная лестница. На сегодняшний день, 21 октября, у нас Лидия Мельчук является дважды автолидером, вышла на автомобиль Ford Focus. По количеству, если брать полученных автомобилей, то это 163-й автовладелец нашей машины от Golden Time Corporation. Здесь также одна семиместно делящаяся лестница. Из 2 миллионов 650, которые вы заработали в VIP-программе, вы можете 1 700 000 вложить, купить себе место именно в автопрограмме, зарегистрировать свое бизнес-место. Как только заполнится нижний четвертый уровень, человек с пика выходит на результат. Автомобиль Ford Focus третьего поколения 2015 года сборки. Наши автомобили не в лизинг, не в кредит, а сразу дарственно оформляются на наше имя. Мы получаем в подарок за наши труды. 27 марта 2014 года, когда запустилась автопрограмма, Жанат Маульситовна запустила автопрограмму в благодарность за труды партнеров. И на сегодняшний день 163 человека являются владельцами собственных автомобилей. Мы получаем нотариально заверенную дарственную на автомобиль, едем в ЦОН, оформляем машину на себя, получаем госномера, приезжаем в компанию и подписываем дополнительное соглашение с компанией о том, что в течение 2 лет мы не имеем права продавать автомобиль, а являемся живой рекламой. Что это значит? Это значит, на двух передних дверях автомобиля будет наш вот логотип G-Time, Golden Time Corporation. По истечении 2 лет мы вправе делать с автомобилем, что хотим. То есть распоряжаться, продать, подарить, передать. То есть это будет наше право. Также, помимо автомобиля Ford Focus, у нас есть все модели Форда. Вы за дополнительную доплату можно нам приобрести и Ford Mondeo, и Ford Kuga, и Ford Explorer, и еще другие модели. Вот сейчас выходят и выходят Ford. Помимо марки Ford есть Lexus, Range Rover и Jaguar. То есть за дополнительную оплату. Без доплаты Ford Focus третьего поколения. Автомобиль, подарок, собственность от компании за наши труды.
На сегодняшний день, 8 августа, открыт промоушен. Открыт промоушен на нашу еще одну программу «Жилье». Пока только действует промоушен. 8 августа президент компании «Женат Маусетовна» объявила о промоушене «Алтын Шанарак». Промоушен действует полгода до 8 февраля 2016 года. Наши партнеры, которые выполнят, там два условия. Либо вы выводите два своих места, два автомобиля своих личных, плюс пятерых партнеров из команды выводите на результат автомобиль. Мы получаем, это первый вариант. И второй вариант. Вы вывели свой автомобиль, и после вас в команде до 8 февраля вышло еще 10 автовладельцев. Получили 10 партнеров автомобилей в свою собственность. Когда мы выполнили вот эту программу, мы получаем от компании в подарок однокомнатную квартиру в новостройке, 50 квадратных метров квартира. Партнеры из других стран, из других населенных пунктов Казахстана получают квартиру по своему желанию, по месту своего жительства, равноценную нашей квартире. То есть это будет для москвичей, сразу предупреждаю, это не будет Арбат или Куйбышевский проспект, это где-то будет пригород Москвы. То есть цены вот так, наверное, будут. Ну а для других стран, я думаю, это будет двух, возможно, даже у кого-то и трехкомнатная. Вот такая прекрасная возможность нам дана, предоставлена нашим партнерам и тем людям, которые хотят стать партнерами Golden Time Corporation. Добро пожаловать к нам. Помимо этого, я разговор начинала с нашего туристического бизнеса. У нас есть свой туристический бизнес. Наши партнеры, которые в промоушен 4 раза в год, каждые 3 месяца у нас проходит промоушен. Наши партнеры сейчас в ожидании промоушена за третий квартал. Он будет скоро. Промоушен длится 1 месяц. В течение месяца наши партнеры, которые выходят по основной программе на результат 800 тысяч и по VIP-программе выходят на результат 3 миллиона и встают в автопрограмму, получают подарок, путевку за границу. Это 5-7-дневные туры за границей в 4-5-звездочных отелях. Проживание, перелет, питание, все бесплатно. Вот такая прекрасная возможность есть у наших партнеров, у наших новичков, как работать и зарабатывать в Golden Time Corporation. И вот Абзал Кушкенов написал: торопитесь, действуйте прямо сейчас, не упустите свое золотое время, потому что Golden Time Corporation на казахском «Алтын Уахыт», а на русском «Золотое время». Корпорация «Золотое время» распахнула свои двери для каждого активного человека, чтобы он решил все свои финансовые вопросы и стал финансово независимым. Сегодня такая возможность предоставлена очень многим людям, так как сегодня компания работает в 69 странах мира. С нами работают даже люди с ограниченными возможностями, то есть не говорящие. И как раз-таки наши партнеры из Турции, не говорящие, недавно только открыли и одну из стран Африки, Марокко. Вот такая прекрасная возможность есть в нашей корпорации Golden Time. Я готова ответить на все ваши вопросы. Ребят, давайте.
Да, Ирина, я это сейчас не говорила. Мы ждем, когда Caspian Motors пересмотрит, но на данный момент я говорю, пока еще изменений не было. Обязательно в тот же день я выйду сама на вебинар и объясню, расскажу, как только мы узнаем, какая марка Форда либо другого автомобиля будет нам за нашу работу. Еще вопросы? Спасибо, Елена. Мне бы хотелось узнать мнение у Галины, у Любови, у Айрата и Абатулы Ирки Булана. Ребята, как вам, новичкам? Здесь были партнеры, многие из них уже лидеры. Как вам, людям, которые только что пришли на первый вебинар, есть ли польза и выгода для вас? Что вы увидели? Напишите, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Интересный ли бизнес? А вы с какого города, Ирки-Булан? Тогда давайте для вас, новичков, если вам все понравилось, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, что вам понравилось. И я точно пойму, что все четыре человека, новичков, которые сегодня были, именно достоверно получили информацию. Рудный, шикарно. У меня лично в команде есть Рудный. Наш президент Жумагулова женат Маульсеитовна. И у нее очень-очень глобальные перспективы на развитие компании. Сегодня мы долларовые, ой, тинговые миллионеры, значит, скоро очень много будет долларовых миллионеров. Сегодня мы получаем автомобили, но нету в мире компаний, которые бы за год работы более 100 человек получили автомобили в собственность. Нету такого. Мы получаем 90, 85-90% от товарооборота компании отдается нам, партнерам. То есть в наше вознаграждение 10-15% всего лишь компания оставляет себе. Это прекрасная, вот, ну, я не знаю, нам предоставлена прекрасная возможность стать финансово независимым. Только будьте честны со своими людьми. Объясняйте правильно. Лучше откажитесь человеку, который говорит, я не могу позвать людей. Пусть он лучше не заходит к нам в компанию, не становится нашим партнером. Чем он встанет и будет вам обузой. Никто никому не должен и не обязан делать деньги. Каждый из нас сюда пришел заработать. Так будьте же добры, каждый работать. Два-три человека у нас, у всех есть в окружении. Поэтому приглашайте, рекомендуйте наш бизнес. Он у нас информационный, он у нас интернет-бизнес. Он у нас бизнес 21 века, и рекомендовать его нужно именно адекватным и созвучным себе людям. Тогда вы построите действительно очень огромную команду и получите очень хорошие результаты своего труда. А когда многие наши партнеры работают неправильно, обвешиваются неработающими людьми, нахватаются вот этого негатива, естественно, устают и руки опускаются. Вот работа в нашей компании, работа именно для терпеливых и выносливых. Потому что с 12 числа этого месяца мы будем получать больше в 2,5 раза наша доходность. Наш результат, наше вознаграждение. Если раньше мы прошли VIP-программу, 1 200 000 вошли в автопрограмму, у нас на руках остается 140 тысяч. И мы не знаем, то ли мы добавить 10 тысяч и купить себе швейцарские часы и заново зарегистрироваться в VIP-программе, либо накрыть там, порадоваться людям, показать, что я заработал. А сейчас у нас прекрасная возможность. 2 миллиона 650. Мы получаем 1 700 000, идем в автопрограмму. На руках у нас остается почти 1 950 000 тенге.
прекрасная возможность вот, ну, все сделать. Квартиру приобрести раньше, если вопрос стоял только в Алматы, но руководство пересмотрело этот вопрос. И сегодня каждый партнер в своем населенном пункте может приобрести свою квартиру, получить, заработать и получить в подарок от нашей компании Golden Time. Скажите же, прекрасная возможность. Ну, поаплодируйте за такую прекрасную компанию. Где ваши овации, ребята? Очень-очень скучно. Давайте поставим. Ирина, молодец. Да, Лена, супер. Скажите, супер компания. Действительно, супер возможность, да, предоставленная нам женат Маулситовной. Давайте вопрос, ребят. Время позднее. Завтра единственный день в неделю, когда мы отдыхаем. Ну вот, все прям не сидите. Давайте будьте активными. Активными. Раз мы сюда пришли. Спасибо, Ирин. Валентин, спасибо. Если возникают вопросы, хочу сказать. Я председатель лидерского совета. То есть я представляю интересы партнеров перед руководством компании. Это просто инициативная работа, потому что нам нужна стабильная компания. Если где-то что-то, ребят, давайте, давайте вместе расти. Давайте будем действительно финансово независимыми, поддерживать друг друга и творить добро. Приносить людям частичку счастья. И эту прекрасную возможность каждый из нас здесь имеет. Согласитесь со мной, ведь это так? Иркибулан, вы сделали правильный выбор. Главное, только правильно поймите маркетинг-план и правильность работы в корпорации. Все. Кто ваш вышестоящий? Кто вам дал эту информацию? Умничка, что вы пришли сюда. Большой молодец. Борис, офисные будут распределяться вашим вышестоящим, то есть у каждого из нас есть вышестоящий. Как только начнутся выплаты вашей команде, будут собираться, и вы будете выходить на вышестоящего. Это распределение вы будете уже решать, ну, я не знаю, в каждой команде есть свой лидерский совет, есть лидеры, которые как-то будете решать. Вот, это на рассмотрение команды уже. Не так, что компания будет посылать, а это будет вестись учет с лидерского совета. У нас за деньги, которые в лидерском совете, отвечает наша топ-лидер компании Даулетпаева Галия. Поэтому, я думаю, финансовый вопрос. Она в бывшем главный бухгалтер, экономист, поэтому, думаю, там будет все нормально. Вы не поняли, да, Будь? У вас есть мой скайп? Выйдите потом в личку, я вам объясню. Кто ваш вышестоящий, Борис? Это веб-комната компании, да. Да, Хадиша, это веб-комната компании и оплачивается на компании. Ну все, ребят, спасибо вам, если нет вопросов. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Новичкам примите правильное, комфортное решение и становитесь нашими партнерами, становитесь в ряд. А для партнеров и лидеров роста вашей команды, успеха, а самое главное, здоровья и прекрасных выходных. С вами была Кулян. Всего доброго, пока-пока.